пригласили, да, оповестили о том, что стал победителем месяца на сайте Винлайна. Подумал сначала, что это какой-то розыгрыш, наверное. Поучаствовал в конкурсе, да, голосования на сайте, соответственно, Винлайна. Ну и случайным образом попал на это мероприятие. Голосовал за Селихова, потому что игра его понравилась. Конечно, это очень приятно, то, что меня выбрали, но здесь заслуга всей команды и всего коллектива, и поэтому, если бы не они, я бы не получил этого приза. Эти три награды займут очень важное место на своей полке, без вариантов. Для меня каждая игра важна, и я стараюсь делать все то, что от меня требуется. В каждой игре выкладываться на все 100%, чтобы помогать команде. Много людей пишут в Инстаграм сообщения, скандируют иногда мою фамилию. Конечно, это очень приятно. Это, наверное, то, ради чего играешь в футбол. Саша приглашен на сбор национальной команды, так как он этого достоин и заслужил это своей игрой. Сейчас ездил в сборную, пообщался с тренерским штабом сборной. Впечатления остались самые положительные. Хороший тренировочный процесс, большой уровень. И, наверное, это цель каждого футболиста – попасть в национальную команду своей страны. Ну, чемпионат в самом разгаре, становится все интереснее и интереснее. И где-то мы уже подкрадываемся, набрали хороший ход, игра идет, все за друг друга бьются. И я думаю, мы будем бороться до конца. Главное — верить в себя. И чтобы люди, спартаковские болельщики, верили в нас. Спасибо Винлайну за предоставившуюся возможность вручить приз победителю.